распространению огня способствовала жаркая ветреная погода. Также горят леса в Туве, Бурятии, в Новосибирской области. Эту тему метеорологи... But there's one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Тормози, блядь! Я могу, что ж он делает? Мать! Ты, блядь, что, дебил или что? Ты смотри. Блядь.
Пиздос. А чё поехал-то? У тебя ДТП? Господи, слава, что всех знаешь, помял. Что это не мы. Чё поехал-то? Всё уже, мужик? Пиздец. Артур, это нас боженьку верю. Подожди. Забор? Мужики! А ты чё заказывал? А ты чё хочешь-то? Видеорегистратор? Да. Глуши машину. Да ёб твою. Осторожно выходи. Вообще, я, честно говоря, некоторых вещей его не понимаю, блядь. Он влезает в какие-то, блядь, схватается, то есть как это, услышал. О! Отлично. Тащи его! За хвост его, блядь! Ё. Ой, бля, хорошо, что мы, блядь, успели. Ой, ой, мы не успеем съебаться. Успеем. Пролезем, блядь. Конечно, я. Ой, бля. Пожалуйста, подальше, если не случилось.